Да не знаю, я не мобилизацию ввели. Надо было взять армии миллион 150. 150 там у вас. Взяли бы весь миллион, завели, а вот этих, которых напризывали, выставили бы там на границах, и когда сильно переживают. Да надо было все это заранее делать, надо было подготавливать, а не то, что они понасобирали, шаромых коллег, без ничего, блин, без касок, без бронежилета, вы погнали, блин. Надо было сразу мобилизацию проводить, и у нас, и у них. Они, блин, ну, дебилы, блин. Я все говорю, что сейчас там все по-жесткому будет. Сейчас вот эти два дня они там разговаривают с американцами, если не договорят, то будет объявление войны, ультиматум поставят, потом будет объявление войны, пойдет полная мобилизация в России, и начнет. Ю-ху, ракеты туда-сюда. Да, сомневаюсь, что Америка поведется на эту, а в России, прикинь, кипиш подымется. Там хаять будут все подряд, да уже хаят, а что толку, ну, тогда сразу мобилизацию проводите, чтобы их тут, как китайцы, затоптать этих хохлов, чтобы они не это самое. Там уже не они это наступают, там, и там, в основном, наемники, натовцы переодетые.